Вечером из Украины. Ага, приветствую всех. Дивіться, я думаю, що ви теж помітили, більше того, ви про це говорили в ефірі. Одна тенденція, вона складається з чого? Що помітно вже відповіді Офісу президента, особисто Зеленського, Подоляк і навіть Олексій із Заспокійлива Арестович у вашому ефірі дуже емоційно відповідав на закиди, прохання, шантаж, погрози, чи як це можна назвати, пропозицію Заходу торгувати українськими територіями або поступитися частиною українських територій в обмін на такий омріяний мир во всьому мірі. Що ви про це думаєте і чому такий злам стався? Тому що в березні ми про це не чули. Ну, ви знаєте, происходит некий дрейф позиции, прежде всего, Западной Европы относительно вот, возможности урегулирования конфликта в Украине, войны в Украине с Москвой. И два у этого объяснения. Первое такое, которое отчасти артикулировать эту тему о том, что ну, нужно быстрее покончить с конфликтом. Это огромный наносит урон, прежде всего, мирному населению в гуманитарных вопросах. Это беженцы, это рост цен вообще в Западной Европе, там, от энергоносителей до много чего. И, в общем, это создает нестабильность. Западная Европа не так, чтобы сильно расположена тому, чтобы это все терпеть. И, в общем, конечно, если бы было бы лучше, если бы конфликта не было. Это то, что является основанием для того, чтобы объявить о мирном плане, предложенного Италией, поддержанного отчасти, конечно, в общем, потому что всегда есть оговорки и Берлином, и Парижем, но в целом это их некая коллективная позиция. Мы не до конца понимаем, как к этому относится Вашингтон, пока его позиция публичная та же, что и была, что и занимает евробюрократия, там, не знаю, тот же Боррель, который заявлял о том, что исход войны решится на поле боя, а не путем переговоров. Ну, понимая под этим не вообще в целом исключительный бой до исчезновения России как субъекта, а, разумеется, речь идет о том, чтобы отвоевать территории, занятые Москвой, ну, по меньшей самой мере, после 24 февраля. В этом есть очевидное противоречие. И вот оно-то как раз дает основание задуматься, а есть ли еще одна причина, которую уже обсуждают открыто, но тем не менее упомянуть, а хочет ли Западная Европа, вот в лице того же Парижа и Берлина, ну и ряда примыкающих к ним союзников, там Италия отчасти, того, чтобы именно Украина в союзе с Польшей, в союзе с Вашингтоном одержала такую большую победу над Москвой. С одной стороны, конечно, они этого желают, для того, чтобы ну, мир пришел в известное равновесие, Москва вернулась к своим границам и так далее. А с другой, это же ведь усиление некого дисбаланса внутри самого европейского сообщества, поскольку Запад, прежде всего Берлин, Париж, являются главными странами Европейского Союза. И такая победа вынудит их принимать какие-то решения. Ну, например, принимать в состав Евросоюза Украину. Причем достаточно быстро, как страну-победителя, которая освободит все территории, и свои территории, и не будет иметь проблем, как они выдвигаются с оккупированными территориями, значит, не будет препятствий для вступления в НАТО и в ЕС и так далее. Это с одной стороны. С другой, этот дисбаланс, он может привести, в общем, к рассредоточению центров силы внутри Евросоюза, и тот же Берлин, и тот же Париж, наверное, окажутся не главными субъектами внутри ЕС, а главными наряду с другими агломерациями стран, будь то стран Балтии, Польши, Киева и так далее. Как будет решаться вопрос с Белоруссией, с Молдовой? Будет ли влияние главного... Придется считаться с позицией того же Киева, Варшавы и так далее в большей степени, чем сейчас. Ну, прежде всего, внутри самого Евросоюза, но и шире по поводу там, НАТО и так далее. И вот тут возникает соблазн такого реал-политика вернуться к нему более циничного, более направленного к интересам именно этого государства, а не общеевропейским, а именно интересам старой Европы.
тому, чтобы, ну, в общем, в этом конфликте не было очевидных победителей. Ни Москвы, ни Киева. Неприятно было бы, чтобы и Москва подчинила себе новые территории, создав прецедент для новых угроз уже в сторону Польши, в сторону стран Балтии, а может и дальше. Потому что, на самом деле, меморандум Путина от декабря, он же ведь предполагал более широкую, широкую линию планов, да, вот трек планов таких, вплоть до линии отсечения мая 1997 года, о чем было обозначено в соглашении с НАТО, проекте соглашения, не принятом, отвергнутым Западом и НАТО отвергнутым. Но, тем не менее, нельзя давать Москве такой большой карт-бланш. А с другой стороны, и Украина, ведь вы понимаете, дать возможность победить Украине, это значит победить не только Украине, но победить и Вашингтону, как главному союзнику Киева, и Лондону, который покинул ряды Евросоюза, да и, в общем, вот этим больше обозначенным странам Восточной Европы, которые будут иметь гораздо больший вес, как победители в... Тобто неявна конспірологічна теорія про те, що ми не дамо перемогти Путіну, але не дамо перемогти і Україні, от нехай воно так зберігає такий статус-кво. Бо дуже обережно треба дослухатися до дипломатичних висловів. Шольц виступає, каже, не треба не дати Путіну перемогти. Він не сказав, що треба от Путіну нанести поразку. Він сказав, не дати перемогти. Це так можна трактувати по-різному, з різних боків. А он объяснит вам это, он вам скажет, что, вы знаете, если мы будем ставить цель победить Москву и поразить ее, да, нанести такое поражение, которое будет настолько тяжелым, что мы возникает риск продолжения Третьей мировой войны, да еще и термоядерного конфликта. Вам на это ответят, вам легко спарируют, потому что вы-то все за победой гоните, а мы за безопасностью. Это разные гонки, понимаете? Потому что, ну, Путин загнанный в угол, а вдруг он действительно сумасшедший и типа кинет бомбу, а нам это не надо, скажет Берлин. И подхватит этот же Париж, скажет, ну, а чем мы тут и поигрываем? Мы имеем дело не с каким-то карликом страной, а с гигантской атомной державой, обладающей ядерным оружием, да еще и непредсказуемой. Поэтому мы не хотим его дразнить до степени, когда у того не останется ничего больше другого выхода, кроме как это оружие применить. Поэтому тут вам спарируют легко. Другое дело, что... А что вы предлагаете? Вы предлагаете остановиться где-то посередине, дать этому людоеду напитаться, да, сейчас захватите большую часть Донбасса, ну, то есть Донецкую область, продвинуться там до Мариуполя, Луганск вот сейчас занимают, потом Харьковская, Запорожская, они уже там рубли вводят и собираются де-факто присоединять, паспорта раздавать и ко всему прочему в сентябре референдум. Это что значит? А потом что? На какие вы меняете эти ништяки, посулы? Что он больше никогда этого не повторит и не нападет? Какой идиот может в это сейчас поверить? Вот какой? После всего, что было за все эти 8 лет. Ну, я не представляю. Поэтому здесь сложная ситуация. И внутри самих этих стран, внутри политического истеблишмента в Германии. Ну, во Франции немножко по-другому. Макрон выиграл свои следующие 5 лет каденции. Он может даже себе позволить расслабиться. Потому что ему уже не грозит новый срок в качестве президента. Поэтому может он... действует, что называется, от себя, скажем так. А какой вот он, мы сейчас и увидим, собственно говоря, понимаете? Сейчас и увидим. Я не думаю, что они идиоты, які не розуміють можливість повторення. Я думаю, що їм просто байдуже, тому що торгувати чужими територіями легко. Хоронити Конечно. Не своїх людей, ну, теж легко. Конечно. Висловлювати занепокоєння, обурення і ще раз глибоке, і ще глибше занепокоєння теж можливо. Це ж не стосується їх. Друга тема, ви її вже так зачепили, з приводу цього божевільного, пришелепкового і так далі Путіна. Я прошу, помітила, що останні два тижні посилилися витоки начебто інсайдерської інформації. Один розвідник МІ-6, колишній очільник МІ-6. Вони всі почали говорити, навіть наш Буданов, очільник головного управління розвідки, про Путіна, який помирає, помирає, ніяк не помре. Мені навіть набридло, як журналісту, який постійно, ну, там в кадрі, ця тема раз по раз виринає, ну, чахлик невмирущий, чесно. Ця інформація, вже всі наявні відомі хвороби в нього знайшли. Паркінсон, Альгеймец, онка, хворий такий, що все, тільки в труну, і пора привикати к вічності, повсти на кладовище.
Чому ця тема так активно поширюється? Мені здається, тут, ну, якби теж не все так просто. Не все так просто. Ну, во-первых, понятен мотив. Вот вы, да, я, все наши, кого мы знаем и кого не знаем, огромное число на земном шаре хочет, чтобы он быстрее сдох. Понимаете? Ну как? Ну давайте прямо говорить. Ну все мы хотим, чтобы он умер быстрее, потому что он... Ну понятно все, да? Что тут лишние слова тратить? А вот это желание, оно порождает, как вам сказать, ну, всякие признаки, которые воспринимаются исключительно подтверждающие это желание. А все, что этому противоречит, ну, вроде как отметается. Это понятное желание, это понятное стремление. Оно вызывает и интерес в этом направлении. То есть, условно говоря, в разведке они говорят, ну, если мы его убить не можем или заговора никакого организовать не можем, давайте там узнайте, что у него со здоровьем. Ну, все-таки 70 лет. Если бы сказали, вот ему 25 лет, ну, завтра умрет. Ну, все посмеялись, да? Ну, тут вроде как совпадают какие-то вещи, которые дают признаки, и выглядит он, ну, действительно, я повторяю, он сегодня так, завтра эдак, но в целом я бы его не оценил как гиганта такого, который там, не знаю, собирается жить вечно. Ну, нет такого. И это все вместе создает вот это интересы, желания и все остальное. Этим начали интересоваться. И пошла информация, скажем так. Пока это все находилось где-то на периферии, а вот он такой, а вот неважно, он вообще будет долго жить, никуда не собирается уходить. Но когда начали интересоваться, вдруг начали выясняться подробности. Для меня, например, очень существенным, помимо заявлений, ну вот то, что было в «Таймс» написано, известная статья про рак крови, заявлено одним из олигархов на камеру, там, или там, не знаю, под запись, говорят, что это Виксельберг, кто говорит, это Фридман, не знаю. Ну, «Таймс» не обозначал фамилии. То есть по этому поводу мы можем... «Таймс» серьезная газета, это же не какая-то там, знаете, бульварная газетенка, там, которая может позволить себе без факт-чекинга что-то говорить. Ну, тем не менее. Значит, для меня, наряду вот с этим вот всем и бывшим главой МИ-6 и всем остальным, важным является заявление Оливера Стоуна, режиссера, который одному из подкастеров таких американских, Фридман, по-моему, фамилия, заявил о том, что да, у Путина был рак. Вот я разместил эту запись, она немножко пошла, начали это исследовать, его интервью. Он говорит, да, у него рак был, но он там какую-то фразу говорит, непонятно, то ли залезал, то ли до выборов справился. Непонятное английское выражение. Ну, кто хочет, может посмотреть это интервью и как бы сам поизучать. Лекс Фридман, по-моему, у него взял это интервью. Почему именно Оливер Стоун? Ну, вот кто-то сразу заговорил, а вот Оливер Стоун, он имел интересы финансовые, они ему могли приплатить, это специально продается версия, наряду с другими такими же ненадежными источниками, оперирующими вопросами его онкозаболевания, для того, чтобы якобы из вот такой намерения попытаться то ли разжалобить Запад, то ли успокоить Запад, что не надо против Путина ничего делать, он так скоро умрет. Я, например, в такое не верю, потому что, ну, во-первых, Запад разжалобить – это просто смешно. А во-вторых, ну, это слишком сложно. Ты, Оливер Стоун, пойди, такое где-то пророни, скажи. Это интервью явно не рассчитывало на какой-то широкий охват. Он там не выступил по CNN или чему-то подобному, учитывая, что он симпатизант Путина, левак. Оливер Стоун действительно талантливый режиссер, может быть, больше в прошлом, потому что картины его оскаровские были, и «Взвод», и «Прирожденный убийца». Там есть просто выдающиеся работы. Но, тем не менее, он с Путиным долго общался с начала нулевых годов, понимаете? Делал с ним интервью, он даже фильм выпустил «Мои разговоры с Путиным», как-то вот так. Этот фильм в интернете есть, любой может посмотреть. Многочасовые беседы с Путиным. То есть он его наблюдал много-много лет на близком расстоянии лично. Это раз. Во-вторых, конечно, не просто так все. Он имел доступ к чиновникам вокруг Путина и уж, наверное, там держал низко ухо к земле, как у нас принято говорить. Да? Вокруг разговоры и всякое такое, он наверняка это слышал. Есть еще одна очень важная вещь. Именно Оливер Стоун сделал за пару лет буквально интервью с Фиделем Кастро, который рассказал ему о раке кишечника и что он переживал клиническую смерть.
Тоже был рак у Фиделя Кастро. Ну, правда, он там 90 лет, ну, согласитесь, это, так сказать, другая позиция, но хоть он и лечился в течение многих лет, но тем не менее. То есть с раком и как бы у диктатора, раком диктатора, он уже знаком, Оливер Стоун. Он такое наблюдал. Для него эта драма, это уже, ну, скажем так, предмет художественного интереса, творческого интереса, не только просто информация. И заявление такого рода, да, кстати, абсолютно без расчета, что она получит широкую огласку, скорее свидетельствует о том, что он действительно что-то знает. Он действительно что-то наблюдал. Он действительно во что-то посвящен. И наряду с другими такими же сведениями и информацией, это, безусловно, свидетельствует о том, что Путин действительно либо переболел, либо продолжает болеть, либо справился окончательно, но все-таки что-то было. Именно по части онкологии. Тем более, что издание проекта, я напомню, мы с вами это уже обсуждали, опубликовало точно такую же информацию в отношении врача Савельева, врача-онколога, который сопровождает Путина, ну, видимо, там, либо следит, либо там еще что-то делает на протяжении не одного года. Это все вместе дает основание говорить, что Путин не в такой блестящей форме, как это преподносится. Тем более, что это накладывается на его попытки беречь свой иммунитет. Он продолжает, несмотря на конец пандемии и неопасности заболевания коронавирусом, когда это все этим объяснялось, продолжает изолироваться и не общаться с посторонними людьми. Вот даже вот судите сами. Вчера, что ли, позавчера он ходил якобы, значит, в военный госпиталь. Вчера, да, ну вот. Вчера. Уже показали, что он опять встречался с сотрудниками ФСО. Но это, конечно, я понимаю. Ему нужна картинка, а какая разница, кто перед ним стоит? Реальные комбатанты, реальные военнослужащие, которые из Украины вернулись, находятся в госпитале. Или его охранники. Разницы, в принципі, для народу никакой. Марк Захарович, а ви звернули увагу, як він там стоїть? Там дві людини в палаті, оцих двоє, я не знаю, ФСОшників. І він під халатом, у нього плечі, ну, вже під підборіддям. Чи то він в броніку? Тобто він навіть до перевірених людей прийшов якось, ну, незвично звернули увагу. Це не може піджак стільки місця займати. І такий накачений дядечко, і зверху голову прикрутили, і все, і він прийшов. Настільки боїться? Ну, я думаю, у нього такий легкий кевларовий жилет, я думаю, дуже легкий бронежилет. Ну, я думаю, він не боїться іменно цих людей, але на всякий случай вони йому одягають цей бронежилет. Це визвано тим, що, ну, вони думають, війна йде, вдруг кто-то все-таки решится его стрельнуть или там пошлют какую-то группу диверсионную или еще что-нибудь. Ну, я думаю, они исполняют, его охрана, обычный ритуал. То есть тут то, что он, конечно, одевает бронежилет к месту и не к месту, это может вызывать удивление и, так сказать, представление о его параноидальности, его паранойи. Но, вы знаете, там могут и выслуживаться его охранники, изображать даже мнимые угрозы для того, чтобы как получить чины. Вот вы знаете, за это одни из его охранников, бывший учитель физкультуры, буквально сегодня стал министром по чрезвычайным ситуациям, выступал в Совете Федерации. Полный дебил, вы понимаете? То есть русский аппарат власти, русская бюрократия превращается просто в каких-то морлоков невыносимых. Это люди, похожие на вместо мозга, значит, нервный узел. Нам все время же рассказывают, что лучшие из лучших у нас тут управленцами работают. Это просто наглядная картинка деградации вообще. Абсолютной деградации русского аппарата управления. С такими людьми вообще невозможно ничем управлять и не поддерживать в нормальном состоянии. То есть Путин идет по пути, значит, окружения себя охранниками в качестве первых лиц госчиновников. И это симптоматично. Кстати, это повторяется раз за разом в таких системах и приводит всегда к печальному результату. А вот. Чем ведомый? Чем ведомый? Марк Захарович, чем відомий цей новопризначений міністр надзвичайних ситуацій? А вообще ничем. Его никто никогда не видел. Он выступил, он разговаривал. Вы включите, он там в Совете Федерации выступал публично. Это же дурак, вы понимаете? Это просто деревянный дурак, которому не то, что там руководить целым министерством. Ему вообще нельзя доверить, значит, дворовую площадку руководить. Там, я не знаю, как это, в системе ЖКХ убираться. Он же двух слов связать не может. Он представления не имеет, чем он должен заниматься. То есть они довели аппарат до степени, когда вообще не имеет значения профессиональное качество, образование, какой-то опыт управленческий, всякие другие. Нет, нужно окружать себя вот своими охранниками, и тогда вообще абсолютно все будет безопасно. У него так они и работают, значит, и Зиничев, его предшественник, тоже бывший охранник Путина. Вы понимаете, все двигается именно в этом направлении, то есть это деградация, достигшая невероятных масштабов. Но мы возвращаемся к вопросу об охраннике. Ну, конечно,
когда оставшиеся охранники видят, какую можно синекуру получить за хорошо поданные ботиночки, зашнурованные шнурочки, значит, оденьте, Владимир Владимирович, кевларовый жилетик, понимаете? То есть ты, значит, заискивающе работаешь, ведешь себя и можешь получить, вот представляете, такое богатство, потому что, конечно, все это коррупционное, и там становится миллиардером сразу человек. На любом посту, хоть и в МЧС, хоть где угодно, пиля, значит, государственные деньги. Поэтому я это все отношу к излишней ревностной такой активности со стороны этих охранников, которые, может, и лишние обрежают его в эти жилеты, бронежилеты и так далее. Потому что реально вы правы, ему ничего не грозит, он никуда не выходит за периметр. Значит, среди своих он изображает на камеру какой-то там, то встречается со стюардессами из тех же самых ФСОшниц, то, значит, с ранеными, непонятно, где они ранены и так далее. То есть, по существу, конечно, эта система дошла до своей ручки окончательной. Поэтому я бы сказал, что не от большого количества опасностей он так выглядит, а именно из-за того, что вокруг него там сотни, тысячи охранников, потому что ФСО насчитывает числом, там это речь идет о многих тысячах, и это работает не только с ним, а по всем его госдачам, по всем его объектам. Это же везде сидят ФСОшники. А у него их сотни этих объектов. Так, я розумію. Але справа в тому, що ми всі так чекаємо. Ну, ми чекаємо, це зрозуміло, коли він помре там. Це справа одна. Але справа глобальна в Росії нічого не змінить. Тут я підтримую думку Данілова, який очолює РНБО, який говорить, слухайте, в них там цих путінів, там тисячі або сотні, або десятки, але вистачить і другого. Це глобально на ситуацію взагалі ніяк не впливає. Ну, це колективний Путін у мізках у кожного. І тут є проблема. От є проблема, смотрите, он прав, Данилов, когда говорит много Путіних, а їх действительно много. Но вот это соотношение Путін персональный, Путін коллективный. Вот это очень важно, потому что это работает только в такой связке. Когда выпадает персональный Путин, а остается только коллективный, вот это уже проблема. Почему? Я вам объясню. Место Путина эксклюзивно. Повторить Путина нельзя. Почему? Потому что он не переходной был фигурой. Он был преемником, официально назначенным. Я вам напомню, его назначили даже раньше того, как его выбрали. Потому что на Новый год с 99 на 2000 Ельцин просто-напросто оставил свой пост. И премьер-министр Путин назначил исполняющим обязанности президента до 5 марта, когда состоялись выборы. То есть он его сделал президентом раньше, чем он им стал. Вот понимаете смысл этого? Таким образом, естественно, так сказать, выборы он не мог не выиграть, никаких выборов толком не было. Это все такая же была махинация мошенническая. Но суть не в этом, а в том, что Путин сам, он другого типа человек. Ну, это индивидуальная особенность. Он никакого преемника себе назначать не будет. Он сойдет в могилу, и мы не узнаем, кого он имел в виду преемника, Медведева или Патрушева. Потому что сам Путин устроен по-другому, он власть по-другому свою получил, и он считает себя несменяемым в принципе. Что даже такого намека не должно быть о каком-то преемничестве. Потому что считать приход в 2008 году Медведева, которого он испоместил, подержать место 4 года, это невозможно считать в качестве преемника. Это не был преемник, это была рокировка. Потому что она изначально предполагала, что он вернется. Это мы тогда могли еще думать, а вдруг, а что, там была партия второго срока Медведева, в нее Сурков входил, кстати, из-за чего, в общем, какое-то время в опале находился. Вот Павловский, Глеб, вы с ним поговорите, он был близок в это время, писал всякие бумажки им, сотрудничая с администрацией президента и так далее. Но по существу своему это все-таки был не преемник. Это был такой Семен Бекбулатович при Грозном, как это был, тот тоже был шутом, на год оставался в качестве, значит, вместо Грозного царем. Но это все был притворный, не настоящий. Так и Медведев так и остался притворным, не настоящим. Ровно поэтому из него не выросло вообще никакого политика. Он выглядит как кретин законченный, понимаете? Ровно поэтому, потому что на Руси так нельзя. На Руси ты либо царь, либо шут. Там третьего не дано, понимаете? Я полуцарь, такого не бывает. Але на відміну, поэтому, конечно... Але на відміну від Медведєва, Патрушев зараз виходить і досить серйозні речі дозволяє собі коментувати. Медведєв тільки як бібізяна оця з ядерною кнопкою. Виліз, погрозу якусь оголосив, знову заліз кудись. А от Патрушев, він там пояснює слова, що таке денацифікація, що там Путін мав на увазі.
Це що, аватар Путіна, чи його поступово в публічну площину виводять? А вот смотрите, какая штука. Помните, когда вопрос стоял, 2000, следили вы или нет, в 2008 году, кого выбрать в качестве вот этой Иванов места или... блюстителя? А, да. Что-то он как-то генерала Иванова не решился. Генерал КГБ, возглавляющий Ленинградский КГБ. Ну, там, министром обороны был он, там, кем только не был. Что-то он не решился его сделать вот таким место блюстителем. Але, местом. Але тоді... Взял... Але казали, що злі язики кажуть, як у нас в Україні, що його хтось да. привітав заздалегідь Іванова, що ти вже приємник, йдеш на президента. Путін це почув, йому дуже не сподобалось, тому що виникають питання з лояльності. Ну, а раптом тут захоче собі крісло. Ну, конечно, он считал, что у того более серьезные и более амбициозные намерения. Он и, в принципе, был гораздо более тщеславный и имел собственную биографию. Его, кстати, из Великобритании выслали персоной нон-грата. Он все-таки работал во внешней разведке, в ПГУ. То есть образованный был, совершенно знал английский язык. Вообще не читая Медведева. Медведев-то кретин. Он, так сказать, у него биография, на его посмотрите, он всегда был какой-то... как бы, я не знаю, подставкой под пепельницу, не более того. Безусловно, конечно, так же, как и Патрушев, как бы мы к нему ни относились, эта фигура гораздо более серьезная, гораздо более самодостаточная. Плюс у Патрушева идея фикс, даже не собственная власть заместить Путина, а сына посадить. У него сын там, ну, за 40 ему хорошо, он министр, тоже, естественно, закончил ФСБшные все эти институты и так далее, ну, КГБшные еще, да, он, наверное, застал именно их, учился в академии и так далее, ну, естественно, сделал биографию обычного КГБшного офицера, но, безусловно, он хотел бы Патрушев оставить больше его. Во-первых, потому что Патрушев старше на один год Путина, во-вторых, у него тоже, и это подтверждается с разных сторон, я думаю, у этого больше оснований, даже он переболел раком, простаты вроде бы, я не знаю, так это или нет окончательно, но похоже, что это так, что он испытывает уже на восьмом десятке известные проблемы. Вот. Да и про Бортникова такие же слухи приблизительно ходят, но еще раз хочу подчеркнуть, что вся эта среда, она уже вся такая геронтократическая. Она все больше напоминает состав последнего на излете Политбюро, до Горбачева я имею в виду. Когда они один за одним, значит, пятилетки похорон начали уходить. Поэтому здесь какой-то люфт, наверное, есть, который сам пытается придумать и Путин, и отчасти Патрушев. Значит, как нам обезопасить себя, но так, чтобы вот мы до конца, до упора, хоть до 90 лет сидели, но чтобы не произошло обвалы, чтобы, так сказать, рядом выросли наши дети, внуки, которые спокойно подхватят власть, не надо будет из этой ювенальной среды делать искусственно каких-то преемников. Они естественным образом заступят, нас будут окружать одни министры. Знаете, как я забыл, как его звали, испанский король, у которого гвардия состояла из одних его детей, там 500 человек в ней было, они все дети были его, понимаете? Поэтому он был надежно защищен, поскольку вряд ли мог быть заговор, поскольку он с наложницами там всякими, да, он, значит, нарожал себе 500 человек из своей гвардии. Посмотрите, вот это забыл, старею. Вот. Вот президент Путин вот так же относится. Вот все говорят, да нет, ну как Екатерина Тихонова, преемника. Ну а как ему воспринимать это все? Вы видели, сколько у него детей? То есть, судя от официально только известных трех женщин, от Кривоногих, от Кабаевой, от Люси, двое дочерей, тому же внуки, там кого только нет, вы понимаете? Поэтому они считают, что дети – это более надежный вариант, нежели пытаться искать там из каких-то охранников, чиновников, там еще кого-то. Это же смешно. Они, конечно, считают, что лучше пусть будут их отпрыски заполнять полностью все этажи российской власти, там цивильной, военной, всякой другой, для того, чтобы не иметь опасности какого-то там свержения, заговора или чего-то подобного. Поэтому Путин сам, безусловно, не будет назначать себе преемника, с моей точки зрения. И вот этот коллективный Путин, он не сможет повторить персонального Путина, потому что они его не вырастили. Путин формировал вокруг себя среду под себя. А приходит Патрушев, а вокруг одни путинские ставленники. И это надо суметь кого-то казнить, кого-то, значит, посадить, кого-то, ну, чтобы выстроить под себя снова. На это уйдет время. А в условиях войны и в условиях того, какого наследства оставляет Путин, сделать это будет чрезвычайно сложно. Марк Захарович, заценили гру долі. Якщо ви говорите, що Путін себе, ну, буде дарувати посади онукам вже, а в нього є онучка Зеленська. І це буде надзвичайно красиво, мені здається, виглядати.
Некрасиво выглядеть? Красиво выглядать, А, навпаки. красиво. Конечно. Ну, внучка Зеленского станет президентом? Зеленским в России, например, да? У него есть... Вы пропустили. Вы не могли эти светские новости пропустить. Я знаю, что Зеленский танцор мюнхенский руководитель театра, второй муж его Тихонова. Это я прекрасно слышал. Так, и у них только есть... я не понимаю. У них есть спільна дитина. Так, але да. ж при... ну, в неї має бути прізвище Зеленська, а не Путіна. Ви знаєте, це йому по барабану. Вони, кстати, можуть назвати її і Путіною. А чому у нього дочь Тихонова, а вторая Воронцова? Ви можете мені це об'яснити? До речі. Вони обе дочери від Люсі, да? От, которая теперь, кстати, очередная. У этих людей по 10 біографій. Ви от наївний чоловік. Яка йому різниця, Путіни или там... не Путины, это вообще не имеет значения. То есть, суть не в этом. Надо будет поменять фамилию, станет Путина или Путиной 2. Это вообще техника. Вот техника, пожалуйста, не парьтесь по этому поводу. Будет ли его внучка по фамилии Зеленская, или она будет Путина, или она будет Горшкова. Вообще значения никакого не имеет. Здесь имеет значение то, что он хочет. А это все остальное является абсолютно рукотворной вещью. Нет, я бы сказал так, что сам принцип важен. Кому они доверяют? У нас принято считать, что они доверяют системе. Да? Система – это спецслужбы. Это, прежде всего, КГБ. Допустим, действительно, коллегия ФСБ – это сейчас главный орган в стране. Ну, если говорить о коллективном Путине, то он начинается даже не с Совета Безопасности, а именно с коллегией ФСБ России. Ну, хотя там есть пересекающиеся фигуры. Но, тем не менее, ну, дальше там по нисходящей идут и Совбез, тут тебе и Генштаб, и Минобороны, и много чего еще. Но в конечном итоге... они полагаются на системный принцип, это брать людей, брать этот резерв из ФСБ, но одновременно и родственность. Вот этот, как бы сказать, трайбализм такой, понимаете, почти пещерный, чтобы вокруг тебя были родственники. Вот посудите сами, как вот сейчас последнюю группу завели под санкции. Там двоюродные братья, дочери, бывшая жена, там любовница, Кабаева, все... Ну, это же сплошные родственники. Все миллиардеры, естественно. Все миллиардеры в долларах, понимаете? Все, все, все. Там все до единого миллиарда. И даже бабуся Кабаева и теж миллионерша, або миллиардерша, и теж санкционировала. Она миллиардерша. Миллиардерша, бабуся. Да, да, она миллиардерша. Не-не, она миллиардерша. Миллиардерша. Я побачаюсь. Я думаю, состояние очень-очень-очень большое состояние. Потому что на поверхности она там что-то задекларировала, миллионов сто долларов. Ну, не-не-не, там реально большие деньги. Все распихано по всем. Это все, так сказать, фасадная где-то часть, а реальная она гораздо больше, потому что они так распихивают, чтобы, ну, как бы самого Путина не взяли за жопу, что называется. Так сказать, чтобы все было хорошо. Вот. Почему вот этот родственный принцип продолжает сохранять значение? А я вам объясню, потому что вот посудите сами, за весь 20 век, вот хоть раз кто-то из наследников, я имею в виду по родственной линии, достиг того, чтобы сменить своего отца на посту первого лица. Судите сами, Ленина дети, ну, у него вроде как их не было, но там разные говорят, может, это Арманд. Нет, ну мы не видели такого, чтобы Владимира Ильича сменили. Дети Сталина, все известно, Аллилуйя вообще уехала. Имея, значит, американское громадянство. Брака. Да, да, она сначала в Великобританию уехала, потом... А потом что? Внучка ее живет, естественно, в Америке, да, она умерла давно. Вот, далее смотрим. Хрущева, сын и дочь, Рада. Дочь еще жива, сын недавно помер. Значит, Сергей тоже гражданин США все. Так сказать, ни одного шанса сменить своего папашу не было. А дети и внуки Брежнева. Известно про них практически все. Значит, Галя Брежнева, вы помните, со своими выкрутасами и так далее... Ни у одного даже не удалось остаться на более или менее на приемлемом уровне госаппарата, да, ни один практически. Ну, кто-то там в МИДе работает, но так это все уже какие-то внуки, полувнуки, не пойми кто. Андропову дети то же самое. Сын у него очкарик, так сказать, невменяемый, по-моему, тоже работал где-то в системе между КГБ и МИДом, ничего особенного. Значит, дети Горбачева, две дочери, да, ну, там уже и внучки и так далее, Верганская, другие, ни один, понимаете? Но наряду с этим Путин сделал из этого выводы, потому что он наблюдал на пространстве бывшего СССР и успешные проекты с оставлением за собой своих детей. Ну, на поверхности Назарбаева. Лежит Азербайджан. Где... Алиев. Вот, Алиев, да. А как раз-таки Назарбаев, который оставил Токаева вместо своей
дочери, которой он так не особо доверял, поскольку у него Рахат Алиев был муж, который, как вы знаете, якобы покончил жизнь самоубийством в австрийской тюрьме. И сын их в Англии тоже якобы покончил жизнь самоубийством. Странная тема. Но он, не оставив ее, вот что получил. Видите как? Оставил вроде как надежному прихлебателю, который уж лизал его, лизал этот Такаев. Все вылизал. А он его оставил. А вон ты видишь, как повернулось все. То же самое думает о себе Лукашенко. Оставить Коленьку, Коленьку своим преемником. Не, вне всяких сомнений, он именно этого и хочет. То же самое касается вот в Таджикистане. Эмомали Рахмон хочет сына оставить своего в качестве. Гурбангулы еще. Ну, а этот вообще уже оставил. Этот вроде как ушел и сына оставил. Хотя, я думаю, там более сложная конструкция власти. То есть, успешными являются проекты, где все-таки удалось оставить собственного отпрыска. Понимаете? И я думаю, Путин больше склоняется именно к этому. Уж как они там решат, это все равно коллективный вопрос. Отчасти, конечно. Потому что он должен это согласовать. Но это ведь может устроить огромную часть этого нобилитета. Сказать, ну а что, непотизм – прекрасная вещь. Угу. Наши детки продолжат наше дело. А почему нет? То, что они ни к чему не способны и тупые. Ну, так посмотрите, охранника, руководитель, обычного учителя физкультуры поставили целым министром. Так а что, эти, что ли, золотая молодежь не справится, понимаете? Чим у наші них діти есть ощущение, что... гірші, да. Але стосовно наших діток, наша любімка спільна, ми з вами вже про це говорили, Маргарита Сіманян, на днях вийшла і дуже емоційно звернулася до суспільства, каже, на вопрос. Вот вы спрашиваете, как долго будет длиться изоляция с Западом? Я отвечу, навсегда. Ни одного шанса, ни у одного ребенка учиться на Западе, там, в Штатах, не будет. И вы должны радоваться этому. Потом вылез якийсь крымский чиновник и сказал так. Ну, на Заходе мы вчитися 100% не будем. Але давайте этот вражеский язык, английский, учить тоже не будем. Зачем он нам? У вас ни одного шанса выехать туда. Зачем вам язык? Взагалі, навіщо їм освіта? И до чего вони готують суспільство? Ну, нет, вы знаете, они не откажутся никогда от благ цивилизации, от этого гедонизма. Они так обожают Запад. Это же Запад не просто цивилизованный мир, там, культура. Это же еще и прекрасные места, знаете. Они все отдадут за омывание берегов Гольфстримом, где вечное тепло, где прекрасные пляжи, где, значит, мишленовские рестораны, где совершенно другой тип жизни, вообще он другой. Поэтому, вы знаете, нет, они все равно... Это же ведь они народу продают. Патриотизм, отказ от английского языка, какие-то идиотские зеды и так далее. А сами-то они презирают это все. И всегда презирали, и будут презирать. Они уже вкусили всего, что только можно, западного образования, западного образа жизни, западной культуры, западного качества. Да и, в принципе, ощущение себя выше других. Почему это все должно быть для всех? Нет. Вот они должны, рабы, на них работать... А они должны благами этой цивилизации эксклюзивно пользоваться. Вот у них именно такое ощущение, не другое. Так? Не другое. И поэтому говорить о том, что это все искренне, и что нету в этом цинизма, что нету в этом двойного дна, это неправда, потому что, ну, а воровство-то вы куда отнесете? Тем более, что все награбленное, они и хотят содержать в безопасном Западе, считая, даже несмотря на санкции, на заморозки, конфискации и так далее, все равно там безопаснее иметь все эти богатства, нежели в России, потому что любая перемена в России, ты лишаешься абсолютно всего. У тебя ничего нет. Любой такой же, приходя к власти, да, а они воспринимают власть только как частную собственность таких же, как они, он, конечно, начинает с того, что грабит своих предшественников. Так было всегда. И этот ход неизменим. Потому что они не хотят его менять, и их последователи не будут этого менять, понимаете? Поэтому я считаю, что они могут публично говорить все, что угодно, в реальности они все равно эту жизнь считают подарком для себя. Вот такую жизнь, возможность ее роскошного, богатого образа только для себя. Это нельзя всем. Как это фильм был, где он говорит, ты, говорит, дурак, это свой среди чужих, чужой среди своих, говорит, это должно принадлежать одному. Понимаешь, дурак ты, Шилов, дурак. Это все только одному. Так и они рассуждают. Это все должно принадлежать только одному. Это не может принадлежать всем. Ну как это вот не воровать, жить там на очень скромную зарплату чиновника, а вот это вот все, это что же? Это дороги, сортиры построить. А зачем? Зачем этому народу сортиры теплые?
Они абсолютно цинично по этому поводу воспринимают действительность. А вот фраза Патрушева на заре, да, он вначале нулевых назвал, мы, говорит, новые дворяне, сказал. Вы знаете, эта фраза была знаменита, он сказал, мы новые дворяне. То есть он считал, что аристократия – это принадлежность к, значит, классу спецслужб, к ее ордену, как они воспринимают. А Иванов, кстати, которого мы упоминали сегодня, говорил, что люди в России – это вторая нефть. Это его дословные цитаты. Они, говорит, для нас так же цены, как нефть. Они, говорит, вторая нефть. Вот они так и утилитарно и относятся к этому, к людям, как ко второй нефти, а к себе, как к новым дворянам. Да. А что вы думаете про новых дворян, чи старых новых дворян в Вильнюсе? Оця конференция, российский, антивоенный комитет. А-а-а. И там такие прозвища цікаві. Я не могу их не зацитувати. Гарри Каспаров, Гудков, Ходорковский, да, Чичваркин. Да. Лучшие люди Дома культуры. Mm-hmm. Ну, вот смотрите, я, во-первых, был в этом форуме в свое время, несколько лет. Буквально они меня уговорили. Я, наверное, года, боюсь соврать, то ли 17-го, то ли 16-го, сейчас даже не помню. Потом я оттуда вышел. Я в 18-м году сказал, все, чао, без меня уже. Я в такие игры не играю. Они все разные. Вот, объединились они в рамках вот этого антивоенного комитета, который ничего не нашел лучше, как еще одну структуру создать, называемую Российский комитет действий. Вот что это за комитет действий? Оказывается, я просто с изумлением на это за всем наблюдал. Значит, они действительно решили повторить нансеновский опыт, когда Фритьоф Нансен, Нобелевский лауреат, погиб трагически, известный исследователь. Путешественник, значит, действительно с помощью, в целях помочь беженцам, в Лиге наций добился, и, в общем, они создали вот этот самый нансеновский паспорт для беженцев. Многие русские им воспользовались, уехавшие от революции, армяне воспользовались, ну, много кто. Действительно, работающая была вещь, причем официально, юридически утвержденная, вот эти знаменитые нансеновские марки, которые покупались, пополняли фонд помощи и так далее, это действительно была очень действенная вещь. Но эти тоже на что-то подобное претендуют. Да еще и с таким идиотским обозначением. Они сейчас отказываются от этого. Про паспорт хорошего русского. Ну, я думаю, это действительно мемная история. Дело не в названии, конечно, но суть именно такая. Мы вот самоназначенные, сами себя провозгласившие представителями вот этой четвертой эмиграции. Ну, кто хочет из третьей, может тоже примкнуть. Первые две перемерли уже. Мы будем самоназначенными, самозванным порядком определять, кто хороший, кто плохой. Мало того, что определять, никто их, правда, не уполномочил, ни с какими органами у них нет об этом никакого эксклюзивного права, договоренности, там еще чего-то. Но мы сами будем определять, из вас сортировать этот такой, этот сякой и выдавать вам какой-то аусвайс, понимаете? Сама идея сомнительна уже потому, во-первых, что никто вам права такого не давал, никто не собирается от вас этот документ принимать в качестве полномочного, как они говорят, открывать счета, чуть ли не подавать на убежище, там, на виды на жительство, да? Ни один орган ничего по этому поводу не сказал, ни в Евросоюзе, ни в Америке, ни в каких национальных правительствах, причем аргументом было, я, говорит, встречался с правительствами, ну, там, с министрами и так далее, говорит Каспаров. Он, кстати, главный движущий мотор этой всей глупой идеи, потому что на него это очень похоже. Он вообще человек завиральных идей. То есть он действительно выдающий чемпион по шахматам, слов нет. Слов нет, это выдающий человек, большой ум. Но в политике он никогда чемпионом не был, как многие об этом справедливо говорят. Потому что все его проекты заканчивались крахом. Я в двух из них участвовал непосредственно. Это вот форум частично и в солидарности я с ним был. Член Федерального политсовета, короткое время в бюро. А этот проект тоже был не вполне удачный, он пытался что-то сделать. Но проблема заключается в самого Гарри Каспарова, почему он выходит с такими идеями. Потому что у него со старта, он тут вот в настоящее время не сказал, что у него может посоревноваться с кем угодно партийным стажем, имея в виду борьбой с Путиным. Но только он забывает, что... А я его знаю, кстати, 30 с лишним лет, Каспарова, поскольку еще в 93-м году он ко мне приезжал помогать мне на выборах в Государственную Думу, куда я благословенно и прошел. Но он тогда еще был молод и сотрудник с Гайдаром. И вот их прислали вместе с Савиным. Они у меня выступали на предвыборных мероприятиях в Самаре. Вот такая была история. Так вот, я вам скажу, что он партийную свою стаж начинал с КПСС. Он в ней состоял. Вот мало кто знает, что Гарри Кимович
состоял в КПСС. Мало того, в отличие от такого, как я, он фамилию поменял с Вайнштейна на Каспарова, на фамилию мамы. Вот у меня мама тоже была Терентьева, но мне в голову не приходило менять фамилию на Фейгина, да, хотя она русская была. Суть здесь знаете какая? Он начал попрекать сейчас активно тех, кто остался, называя их в России людьми, которые, безусловно, несут моральную ответственность за то, что происходит. Причем он имеет в виду не ту вату, которая там призывает убивать украинцев и детей, а он занес туда всех, и в том числе тех, которые с плакатами выходят, садятся, потому что они не до конца долю той ответственности, которую должны бы разделить, разделили ее даже несмотря на борьбу с режимом, что все это притворно с его точки зрения. Но хочется задать ему вопрос, а что же вы, дорогой Гарри, когда вам надо было стать гроссмейстером, вот не стали диссидентом, да, а стали членом КПСС и благополучно по требованию ФСБ, ну, он тогда это КГБ, делать нечего, ну, сказать, с такой фамилией нехрен нам шахматистов иметь, давай-ка ты, дружок, становись Каспаровым. Вот, наверное, нужно о себе подумать, как образчики вот, попыток как-то устроиться в жизни, и сначала на себя посмотреть, чтобы начать упрекать таких же, да, других, которые пытаются выживать как-то в этих условиях концлагеря российского. Это моральный аспект, поэтому я его выношу за скобки, когда пытаются, значит, обосновать вот этот паспорт хороших русских моральными требованиями, которым не очень соответствуют люди остающиеся. А те, кто уезжает, становятся якобы их собственностью. Вот таких, как Каспаров, которые собираются, значит, этими людьми управлять. И второй аспект, не менее важный, параллельный. Он вдруг начал заявлять, и они все вместе как-то подхватывать, ну, кто-то больше, кто-то меньше. Что типа мы на место Путина плохого русского мира, который он, значит, нам распространяет, везде свой хороший создадим. И вот в Крыму он обронил эту фразу, ее сильно цитировали в украинских СМИ. Мы, говорит, будем защищать русский мир настоящий. Да, конечно, безусловно, Каспаров говорит, что надо освободить Крым, вернуть его Украине. Да, конечно, Донбасс. Его в этом смысле позиция-то безупречная, она антипутинская, он поэтому и искренне недоумевает. Чего это вы на меня набросились, когда я, значит, декларирую и не отступаю от своих принципов в этом смысле, ну, его в этом не упрекнешь. Он нигде никогда не говорил, что Крым не должен быть украинским, что Крым не должен быть деоккупирован, так же, как и Донбасс. Не об этом речь. А о том, что он собирается заниматься, опять же, не имея на то полномочий, судьбой русскоязычного населения. А зачем ты нужен? Заниматься его судьбой. Его судьбой отлично займется украинское правительство. Оно не собирается никого не преследовать, не, знаете, как в Буче убивать. Я что-то таких вот не замечал за Украиной поползновений, учитывая, что Украина, в отличие от России, это демократическое государство при всех издержках, какие бы к ней ни предъявлялись, там суды, коррупция и так далее. Но это, вообще говоря, страна, где уважаются свободы и права человека. Из чего ты решил, уважаемый Каспаров, что ты можешь защищать этих людей лучше, чем их будет защищать свое родное государство. К слову сказать, Крым при Украине, я там не был ни разу, я приехал несколько раз, только защищая Эльми Умерову по просьбе МИДа Украины. И больше я никогда в Крыму не был и не собираюсь там быть. Но, значит, а что, там людей убивали, топили в реке, что ли? Ну, в этом это море. Что такого там происходило, что требовало бы появления вот таких, как ты, Гарри Каспаров, лучших защитников русских людей, русскоязычных, которые лучше бы с этим справились, чем Путин, потому что, да, они не на штыках собирались это обеспечивать защиту, а вот путем правовых механизмов. Так в Украине были все эти механизмы. Марк Захарович, а ви вот розумієте, ви розумієте, звідки цей великоімперський шовінізм в них говорить, або... Я думаю, что, вы знаете, скорее всего, все-таки нет. Вот все именно так сказали, что поскреби либерала русского или там, как говорится, сломался на украинском вопросе. Я думаю, что в его случае это не совсем так. Вот конкретно в случае Каспарова, он, знаете, человек абсолютно прозападных взглядов, абсолютно вестернизированный, 10 лет в своей любимой Америке живет. Суть здесь немного другая. Он почему-то решил, что вот его исключительность как выдающегося деятеля, шахматиста, там, ну, известного, публичного человека, во всем мире известного, она вот легко экстраполируется на все остальное. Это вот я как говорил про учителя физкультуры при Путине, это такой вариант, который стал, значит, министром по чрезвычайным ситуациям. Каспаров отчет решил, что он одновременно может быть чемпионом во всех ипостасях.
И что он может указывать Украине, как ей лучше защищать русскоязычное население, как справиться с этими проблемами постоккупационными и так далее. А я глубоко убежден, что он не знает, как с этим справляться. И так... более того, ага. Не очень понятно, да, я договорю просто, почему он решил, что ему нужен какой-то специальный статус. Вот он является председателем Совета богатейшей и огромнейшей организации Фонд защиты прав человека. Вы знаете об этом? Он в Осло базируется. Многие годы, почитайте. Там денег больше, чем у Amnesty International и у Freedom House и всех других организаций вместе взятых. Она грантовая, там пожертвования постоянные и так далее. Они помогают всем сирийским беженцам, они помогают венесуэльцам, всем, кроме русских. А кто мешал господину Каспарову, будучи, имея такое эксклюзивное место в Фонде защиты прав человека, помогать русским хоть в России, хоть за ее пределами, используя эти механизмы, этот аппарат? Я за все эти годы ни разу не слышал и не видел, чтобы кому-то реально помогли. Там единственное их достижение, они дали премию Павленскому, вот этому болвану, да, который в Париже поджигал банки и прибивал тентикулы Красной площади. Я помню, как ему аплодировали, какой он замечательный, значит, художник, значит, выступает. Он дверь поджег на Лубянке, да, а потом выяснилось, что он извращенец из извращенцев, там, любит ножики в женщин втыкать. Но это бог с ним, я таких насмотрелся, значит, клоунов. Вот, и они ему премию дали, потом забрали, потому что когда он там к насилию призывает, поддерживал партизан вот этих дальневосточных. В конечном итоге, к чему это все? Я к тому, что за дело взялись не те люди. И главное, что провозгласили ложные цели. При благородных намерениях, это важно подчеркнуть, намерения-то всегда благородные. А вот мы такие хорошие, будем помогать людям, выписывать им аусвайсы. А по итогу, по финалу, всегда получается ерунда какая-то. Потому что он в той же интервью «Настоящего времени» «Голос Америки» упоминает среди хороших русских Чулпан Хаматову. Понимаете? Вот тебе обращ. Доверенное, почти доверенное лицо Путина. Но она не была доверенным лицом, но поддерживала его на выборах. Я тут використаю свої 5 секунд і скажу, що у нас, на жаль, вже фінал ефіру, а стільки тем, що можна вже планувати одразу за 2 тижні зустріч. Марк Захарович, дякую вам. І вам теж все, спасибо, і всім зрителям. Підписуйтесь на канал Марка Фейгіна. Вам легко, нам приємно. Вірте, ЗСУ, все буде Україна, пока.